Пойдем его обойти. А где крайне сторону? В сторону отходи, в сторону пошел. Отходи в сторону, говорят, отойди на шею. А где парк? Около гуманитарного конвоя сразу выстроилась очередь. Люди не видели хлеба больше 30 дней, но прежде всего спрашивают про медикаменты. Мы будем составлять списки и обязательно в следующий раз привезем лекарства. Дырки, вы сказали, не знаете, как закрывать. Да. Все окна повыдевали у вас. Да, и на лоджии, и в зале, кругом. Холод страшный. А я инвалид. И я одна. Вот сейчас вы меня снимете, может, дочка где-то увидит меня, что я еще жива. Связи нету, ничего нету. Может, дети увидят, что мы... Мариуполь пока живой. Домофон не работает, магнитный замок тоже, электричества нет. Поэтому вот объявление, дверь закрывается в 18:00. Это сделано для того, чтобы уберечься от мародеров. Город уничтожен, а мы живем. И вы живете. Мама!